На этот раз Арзу полна решимости, чтобы защитить Дженнет от Джихана любой ценой. Джихан вносит изменения в свой план, он нашел более эффективный способ, чтобы навредить Кае. Этот план мести будет продолжаться с помощью Арзу, ведь она была загнана полностью в угол. На этот раз будет задета не только Дженнет, но и Мелисса. Кая ищет способы избавиться от Джихана, но он еще не знает о том, что его ждут большие неприятности. 3/4 серия выйдет в эфир 28 мая в 20:00 по московскому времени на канале АТВ.